очень рада, что вы сегодня с нами. Вы пришли разделить замечательный праздник. Это выставка «Нецки». И для того, чтобы несколько предыстории, поскольку насколько важно это событие для музея. Дело в том, что у нас это только вторая выставка японского искусства в нашем музее. Нашему музею, как вы знаете, уже 85 лет. Поэтому я искренне вас поздравляю с предстоящим праздником, что вы сегодня увидите действительно это шедевры японского искусства, как те, которые привезены к нам, так и экспозиция специально подготовлена для этого события, и у нас представлено японское искусство из фондов нашего, из коллекции нашего музея. Бұл көрме әлемді аралап келді. Осы Алматыдан алдында Астанада өтті. Қазір Алматыда өткелі жатыр. Құны Араматидену қайсайы ғой көлік итадаке маста Сато Паэфу сан, сөре кара құны бүжіцканы қанкейшаны мінасамани орео мошы агемас. Бұл көрменің ашылуына көптеп көмек көрсеткен ол досым Сатпаев Мырзаға үлкен алғыс, және сонымен қатар Макастеев музейінің қызметкерлеріне үлкен алғысымызды білдіреміз. Состе, әлден сұбараши әнсоуде өпінің ғоң ұрағет етедеке мақта, деншаны мінақаманы мұ ұрау ұшағымыз. Сонымен қатар қазір өздерінің өнерін көрсеткен Дэнша группасына да үлкен алғысымызды білдіреміз. Нецкеというのは見たことのある方ない方いらっしゃると思いますが、この美術館の3階の東洋ホール、今回は日本語特別展ということで、使わせていただきまして、今回65点、そのうち3点が触れるNetskeを展示しております。Сіздер барлықтарыңыз Нецке дегенді естіген де боларсыздар. Бүгін осы Нецке көрмесінің ашылу салтанаты болып жатыр. Бұл көрме осы Қастеев музейінің үшінші қабатында. Ол көрмеде 65 экспонат бар. Оның үшеуін ұстап көруге болады. Бізге осыдан бұрын өткен кезде Нецке көрмесі көбінде Нецкенің бағасы сұралынады. Оның ең қымбаты бір кішкентай Нецке 1 миллион теңге дей тұрады. そうですね。あそこに置いてあったちょっとブロシュルはなくなってしまったんですけれども、上の入り口のところにもこのようなブックレットを置いておりますここに詳しい説明も載っておりますので、これを見ながらそれから上の展示品を見ながら皆さんお気に入りの根付けを見つけてください。Now, музейдің кассасының жанында үстел қойылған, ол үстелдің үстінде өздеріңіз көріп отқанда буклет бар, соны өздеріңізбен бірге алып, ішінде Нецке туралы көптеген информация бар, көріп оқысаңыздар болады. Thank you.
Вспоминаю такие немного стереотипные вещи. Гора Фудзи, самураи, гейши, да? Суши. Но важной частью японской культуры является в том числе нэцки. Нэцки, которая появилась в эпоху Эдо. Это золотой период японской культуры. Начинала как с простой прикладной вещи и превратилась в произведение искусства. Вот вы видели танец льва? Последний, да? Вы видели, лев пытался прикоснуться к голове. Вот по японскому поверью, если лев прикасается к голове, то он забирает все плохое, он изгоняет духу. И вот такое возникало ощущение, что когда мы этот проект в прошлом году начали, с нами все время был этот лев. Все прошло очень гладко. Когда в прошлом году посольство Японии предложило организовать в Алма-Ате нам вот эту выставку, мы с удовольствием согласились, потому что, насколько я понял, музей костей — это тоже первая выставка нэцки за всю историю этого музея. А с этим музеем у меня связаны очень большие детские воспоминания. Я жил вот в коктейле третьем за Национальным банком. И будучи ребенком, здесь часто бывал. И мой самый любимый зал был, это зал Востока, куда мы с вами пройдем. Почему? Потому что там веяло экзотикой. Индия, Китай, Япония. Я не знал, что спустя столько лет в этом зале Востока появится что-то новое, экзотическое. Я хотел выразить вам большую благодарность за то, что вы пришли, нашли время. Большую благодарность Japan Foundation, посольству Японии, нашим партнерам, Казахстано-японскому центру по человеческому развитию. Потому что группа Тэнься, она только во второй раз приезжает в Алматы. В прошлом году мы специальный концерт тоже организовали для горожан. И я хотел бы вам всем пожелать, чтобы вы, познакомившись с этим искусством нэцки, в дальнейшем продолжили бы этот интерес к Японии. Страна настолько интересная, настолько многогранная, каждый в ней что-то найдет. Поэтому вы и так уже заждались, по-моему, этой выставки, я не буду слишком тянуть резину. Я хотел бы снова пригласить Льва, для того, чтобы вместе с ним мы прошли к этой выставке, он нам показал дорогу. Ну и благословил, скорее всего. Спасибо всем.